А вот не самые радостные новости из области красоты. Представительница Оренбурга на национальном конкурсе «Мисс России 2014» не попала в двадцатку финалистов. За всю историю «Мисс Оренбург» только двум представительницам города удалось пробиться в десятку самых красивых девушек России. В 2006 году в финальную десятку самых красивых попала Надежда Шевченко, в 2007 – Анастасия Шинина. Без титула на этот раз осталась арчанка Ксения Гегель. Она представляла Оренбург на конкурсе «Мисс Россия 2014». Ксению признали одной из 50 самых красивых девушек страны, однако в двадцатку самых-самых она не попала. Своими впечатлениями участница делилась на протяжении всего конкурса в социальных сетях, где благодарила всех, кто за нее голосовал. Здесь же девушка рассказывала о подготовке к церемонии, о встрече с мисс мира и мисс вселенная. Стоит заметить, что они входили в состав компетентного жюри. Победительницей же в этом году стала Юлия Алипова из Саратовской области. Телевизионную трансляцию можно будет увидеть в Международный женский день.